Так о чем же будет это видео? Конечно же, я давно хотел начать снимать тревел, путешествия по различным местам, местам историческим, местам силы, местам паранормальщины, мистики, но местам необычным. Ведь согласись, ночью такую красоту я не могу показать. Именно поэтому мне нужно светлое время суток. И для этого нужна новая рубрика. Это будет тревел. Названия пока у этой рубрики нету. Как она будет выглядеть, я тоже пока не представляю, потому что это пилотный выпуск. Но что я хочу сказать. Сейчас это будет история. История одного здания. Я на самом деле, когда готовился, я был очень удивлен. Где-то, может быть, года 3-4 назад мы проезжали здесь мимо и увидели это здание в темноте, мы не придали значения, мы не знали, даже, в принципе, не видели всю его красоту. И я подумал, почему бы мне не попробовать начать новую рубрику именно с этого здания. Попытаться понять, что это за пансионат, может быть, это усадьба. Но когда я полностью подготовился, каково было мое удивление узнать, что это не просто пансионат. Это пансионат с огромной историей. И именно сегодня будет история. История одного здания, история пансионата Полушкин. Я предлагаю пойти в здание, вот в это, и, в принципе, начать с центрального прохода. Что думаешь? Пойдем? Пойдем. Ты просто посмотри на это. Офигеть. 80 лет этому зданию, представляешь? Оно было открыто в 41-м году, 21 июня. Блин, ты смотри, какая кладка кирпичная. Конечно, это все уже новострой, облицовка. Но вот эта каменная кладка, это что-то с чем-то. Воу. Так. Обалдеть. И смотри, насколько оно ниже. То есть, вот если посмотреть по уровню земли, здание не ушло под землю. То есть вот этот просто уровень земли, который со временем непосредственно образовался. Там еще есть низ, подвал, в который мы обязательно сходим. Давай сейчас попробуем записать тревел, новый рубрик на моем канале. И я хочу попробовать провести здесь сегодня ночь. Я хотел, чтобы у нас было какое-то живое общение. Я хочу попробовать отойти от формата исторического рассказа и рассказывать больше своими словами. Я буду держать периодически в руках телефон, поэтому я надеюсь, вы не сильно будете ругаться, если я буду подглядывать. Вот сейчас мы на самом деле пока записываем. Проходил местный, я сейчас вставлю небольшую нарезочку, как он пришел, нам рассказывал. Здесь был госпиталь, его хотели эвакуировать, но когда их не успевали эвакуировать, чтобы не тащить за собой, короче, шлепнули, здесь закопали. Это вот напротив, где... Вот здесь вот. Надо походить со специальным прибором, найти можно. Спасибо. Пансионат, который строился для отдыха огромного количества советских семей, стал буквально роковой точкой и финальной точкой в развитии событий, которые привели к победе Советский Союз. О чем же это я? Сейчас я тебе объясню.
В 70 километрах от Москвы, в русском районе, в удивительно красивом месте на берегу Москвы-реки, доживают свое время остатки некогда довольно известного пансионата Полушкина, сооружение которого впечатляет непривычными для таких объектов монументальностью. Массивные конструкции с колоннами в классическом стиле, просторная столовая с зеркальной стеной и красными креслами. Небольшой кинозал и богатая библиотека. Этот пансионат должен был стать лучшим в свое время. Но открылся он 21 июня 1941 года, в самый последний мирный день великой страны перед началом Великой Отечественной войны. В интернете я нашел подробные карты вермахта и решил воссоздать, как это было территориально. Граждане Советского Союза. В сентябре 1941 года немцы начали операцию «Тайфун» по захвату столицы СССР. Защитники построили вокруг Москвы 5 рубежей обороны. 3 близко к столице, подальше Можайский рубеж, еще дальше Ржево-Вяземский рубеж. 7 октября фронт на дальних подступах к Москве рухнул. Планомерного отхода на Вяземскую, а затем Можайскую линию обороны у советской армии не получалось. Вяземский рубеж вместе с армиями оказался внутри обширного котла. В советской обороне образовалась брешь в 500 километров. Именно здесь, с 19 ноября по 11 декабря 1941 года, воины 49-й стрелковой и 202-й артиллерийских полков 50-й дивизии под командованием Лебеденко насмерть стояли на защите нашей Родины. На рассвете 11 декабря 1941 года, последнего рубежа московской битвы Полушкина-Герцена-Агафонова, 50-я стрелковая дивизия прорвала оборону немецко-фашистских войск и освободила значительную часть русского района. Именно такая история пансионата, и именно так она начинается. Под моими ногами когда-то лежала гранитная плитка. На этих стенах были зеркала и... Изначально это был ведомственный дом Московского завода имени Ильича. Но потом, в год Великой Отечественной войны, это место стало госпиталем, которое сохраняло огромное количество жизней. Да, конечно же, все получалось не так, как хотели. В самом начале, вот здесь, когда мы проходили перед зданием, находилась последняя линия. Линия Можайского рубежа. Линия обороны. Последняя линия обороны перед Москвой. На рыбалку не ходите? А? На рыбалку не ходите, да. Ой, с детства ходил. А чем дальше, тем меньше ловится. А. Здесь были открытые окопы такие. И в них очень трудно попасть. Насколько я знаю, как нам в школе говорили, был последний рубеж. В домотдыхе вот на той стороне были советские войска. А здесь немцы. Вот тут вот, где мы сейчас находимся, это немецкие окопы. Вот там на склоне немецкие окопы. Деревня была под немцами. Вот. Здесь шли достаточно серьезные бои. Там вот Минское шоссе, по нему немцы наступали. Здесь вроде как охват или обход планировался. Но речка была препятствием. Сейчас, конечно же, здесь остались одни развалины. Обязательно надо смотреть под ноги, обязательно необходимо обращать внимание на то, что находится сверху, на потолке, потому что все обваливается, все рушится и, к сожалению, приходит в небытие. Но ты просто посмотри, ты посмотри. Что же это красота? Ты видишь?
Я хочу обратить внимание, здесь буквально на Москве реке, буквально, по-моему, 10 минут, да, мы ехали, находится братская могила. Я, честное слово, был впервые на братской могиле. Место, в котором захоронено 180 человек. Это те, о которых известно, скажем так. Да, там, конечно, есть безымянные солдаты, но в целом, вот казалось бы, да, место с огромной историей. Просто обычный пансионат. Такой красивый пансионат и такая история. Пойдем вон туда, сходим, посмотрим, что там. Здесь после Великой Отечественной войны все-таки пансионат работал. В том проявлении, каком он и должен был. Видите, здесь появилась уже более современная облицовка. Под кирпичом это уже цемент, который разваливается. И сейчас вот под моими ногами пол проваливается. Я иду, и все непосредственно дрожит и трясется. Здесь в подвале, либо в каком-то из помещений, но, насколько я понимаю, все-таки в подвале присутствует кинозал. Конечно же, я хочу, чтобы мы с вами туда спустились и его непосредственно показать. Пойдем, пойдем спустимся в подвал и посмотрим на кинозал. Может быть, что-то интересное мы с вами здесь и найдем. По идее, насколько я понимаю, это не был как подвал. Это был и... Там страшно. Уже страшно. Смотри. Видишь? К сожалению, в 90-е годы здесь все было заброшено. Новый владелец, который, ну, как опять же пишут в архивах, выкупил эту территорию, не смог содержать этот пансионат. Отсюда была вывезена вся мебель, вся территория была разворована, снята со стен зеркала, с пола был снят гранит, и здание приходило в запустение. Сейчас, в данный момент, не знаю, кому это здание принадлежит, может быть, какой-то муниципалитету, может быть, кто-то имеет полноправные, не знаю, права на это помещение, но сейчас это уже объект истории. Очень жалко видеть, что подобные какие-то, не знаю, помещения, пойдем в соседнее помещение, сходим, посмотрим, что там еще есть, может быть, я пока параллельно буду рассказывать. Очень жалко, к сожалению, что подобные строения приходят в негодность, здесь было очень много помещений. Скорее всего, именно здесь располагался первый этаж. Кирпичная стена, которая обвалилась. Возможно, за этой кирпичной стеной кладка. Смотри, возможно, кстати, как ты думаешь, может быть, ее замуровали? Может же быть такое? Может быть. Там даже видно пустота. То есть пустота — это была дверь. Возможно, за этой дверью что-то есть. Но опять же, я хочу напомнить, что нельзя забывать о том, там что-нибудь видно? Да. Что там? И сейчас никогда никому, и даже ты, оператор, стой на этом месте, не повторять. Сейчас я пойду туда, и все может провалиться, но ради контента и ради того, чтобы показать, что находится там, оператор, ты остаешься здесь, я иду туда. Там обрушиваются потолки, надеюсь, видно все. И ни к чему хорошему это может не привести. В любой момент сейчас это все может обвалиться, когда я буду идти там. Любая вибрация, напоминаю, любая вибрация, какое-то передвижение, любой камешек может привести к каким-то не очень хорошим последствиям. Стой, где стоишь. Стой, где стоишь. Серьезно. Да, вот все, стой, где стоишь. Давайте я достану вторую камеру. Еще раз говорю, никогда никому не повторяй. Ты видишь? Там боль. Ты посмотри. Кинотеатр. Вот он. Давай-ка я пойду, пожалуй, отсюда. Мне до жути страшно. Прям до жути страшно. Я прямо иду и слышу наш глухой гул под головой. Вот, кстати, этот кинотеатр. Фух. Жутко. Ладно, пойдем пройдемся еще по подвалу и посмотрим, что есть еще. Здесь должна быть также столовая. Очень аккуратно, стен стараюсь не касаться. Вот видишь, это зал кинотеатра, скорее всего. И здесь огромные бетонные плиты, которые могут обвалиться. Аккуратно, не берись ни за что.
Его тоже, да, интересно. Смотри, кирпич-кирпич. А здесь каменная кладка. То есть, как будто бы это тоже было наспех замуровано. Но есть такое впечатление, зачем здесь каменная кладка в кирпиче? Смотри, видишь, это витражное окно, которое выходит в сторону улицы. Это одно из. И по идее здесь должны были остаться какие-то, я не знаю, стекла разноцветные. Но если выбили, это обычное окно. Я вижу только обычные стекла. Нет. Блин, я не вижу. Давай попробуем сходить выше, может быть, там чего-то осталось. Мне интересно именно разноцветные стекла. Как они вообще выглядят, из чего они себя представляют. Вот еще одно стекло, витражное окошко. Очень странное расположение, скорее всего, вот эта лестница новострой. То есть, какой смысл перекрывать лестницы, само окно? Скорее всего, это новострой. И здесь, ну я не знаю, наверное, был туннель. Не подниматься на самый верх, потому что, во-первых, мы не знаем, что там, во-вторых, лестница находится в ужасном состоянии, потому что если здесь они более-менее еще нормальные, то там они находятся в ужасном состоянии. Мы сейчас выдвинемся к монументу, я покажу вам его, покажу столовую, покажу фотографии, как эта столовая раньше выглядела. И да, еще здесь вот местный человек сказал, что якобы здесь еще одна есть братская могила тех раненых, которых отсюда не вывозили. Ну и мы посмотрим с вами на окоп, на водонапорную башню. И будем дожидаться темноты. Посмотрим, что же нас ждет. Оставайтесь с нами. Погнали. Бои были достаточно ожесточенные, мы до сих пор находим, вот у меня дома есть осколки от мин, ну патроны уже, как говорится, детишки переиграли, много чего было найдено во время моей учебы в школе. Дети находили и мины, были трагические случаи, подрывались, студенты вон там подрывались на поле, на уборке картофеля, то есть оставили... Здесь после войны достаточно много вооруженных всяких мин и снарядов, и чего только тут не было. Вот и я на огороде много нахожу до сих пор. И здесь бои были, ну, насколько я сужу по вот этим артефактам, бои были достаточно напряженные. А вот там водонапорная башня, да, была, нет? Где? Внизу была, да. Там от нее развалины остались. Но она не водонапорная, она качала воду со скважины. Водонапорная там наверху была. Ну, а здесь просто получается резервуар. Да, резервуар он накачивал, а потом, как это, башни Чижевского тогда были популярны. Вот, она там была выше. Не, дом отдыха очень был оснащенный, хороший. Тут у них такая лодочная станция, такой пляж замечательный. Все было здорово сделано. Здесь по территории попадаются периодически, все изрыто. Скорее всего, возможно, кто-то когда-то искал медь, кабеля, я не знаю. И под землей попадается вот такая вот кирпичная кладка. В различных местах. Что это за кладка, я не совсем понимаю. Но встречаются подобные ямы, как будто бы это резионный колодец, но я не знаю. И они здесь по территории много где раскинуты. Будем выяснять. Недалеко от входа в это здание мы нашли какой-то непонятный то ли курган, то ли насыпь. Совершенно непонятное предназначение, зачем она здесь нужна. Потому что если верить истории или легенде того самого человека, которого, ну, которого вы видели, он сказал, что раненых, которых не вывозили,
Ну, скажем, я не могу так утверждать, правильно, но есть второй курган, который неизвестный, который скрыт и который находится где-то здесь на территории. Вот тоже видишь, как будто вот какой-то бассейн или строение. А причем строение, смотри, тех времен. Видишь, снизу камни, такие же, как мы видели в том здании. Опорный пункт, окоп? А, нет. Нет? Нет. Это канализация. Вот смотри, если канализация, правильно, то зачем здесь кирпичная кладка? Если... Ну, кирпичи обваленные. Слушай, здесь кладка была. Здесь прям была кладка. То есть здесь что-то из кирпича. Здесь именно прям все что-то из кирпича. И здесь, вот давай посмотрим, что здесь у нас. Не понял. Смотри. Колодец. Колодец кирпичной кладки. Смотри, видишь? Интересно, а на кирпичах есть дата? Обычно же на кирпичах есть дата, да? Я не вижу. Причем, судя по всему, если есть лестница, это клад, ну, здесь довольно-таки глубоко. Вот, видишь, то есть их было несколько зданий. Отдельно мог быть, помимо кинотеатра, мог быть еще какой-то актовый зал. Ну вот это что их такое? Было много зданий. И, соответственно, если когда здесь была оборона, оборонительная линия, то здание могли использовать. Блиндаж был сразу после выхода из здания. То есть здесь, если были окна, какие-то подвальные помещения и выход из этих подвальных помещений, просто докапывался окоп, и можно было выбегать, и в случае артобстрела или дальнейшего наступления была возможность куда-то отрыгнуть. Давайте он эту рубрику будет вести. Он умеет слова, словосочетания связывать, а я нет. Ладно, мы идем дальше. Раз дорога, тропинка, аллеи. И вот вторая дорожка, тропинки. Соответственно, они куда-то выходили в ту сторону. Но в той стороне ничего нету. Здесь, возможно, снизу и была прогулочная дорожка. Но это не точно. Мне говорят, что это не тополя. Я говорю, что это тополя. Это вообще не тополя. Не тополя? Я говорю, не тополя. Это тополя, и это прогулочная дорожка. Мы сейчас ушли от пансионата, вон он находится, и как раз пришли к окопам для того, чтобы выяснить местоположение, примерно расположение расчетов, какие расчеты могли здесь быть, чтобы по расстоянию самому прикинуть, в правильном направлении они смотрят или нет, ну и в целом, как встречали, какие бои здесь были. И вот мы сейчас поднялись наверх, и в общем и целом видно полностью угловой рубеж. Вот эта вот линия идет для того, чтобы, как ты говоришь, на случай отхода с той стороны берега, да. И вот мы сейчас с вами будем подходить вот именно на той стороне, и рассказывал нам мужчина, мы ездили как раз все, как это было устроено. То есть вот сейчас мы стоим в том месте, где и проходила, по сути, была последний рубеж, одна из линий обороны, откуда и началось наше противостояние финальное и наступление наших войск, войск Советского Союза, в сторону противника. Кстати, они тут тоже на холме, мы сейчас на холме, они были на холме. А между нами там находится низина, прям большая низина.
И по сути, я сомневаюсь, что в это время тогда было столько много деревьев, а если и все просматривалось полностью насквозь. Пойдем сходим к резервуару. Вот он, кстати, резервуар. Пойдем до него дойдем. Вот они, эти холмы. Мы попадаем в резервуар. Вот он, бетонный резервуар. Сколько на самом деле его глубина, непонятно, потому что там за снегом, возможно, еще провалиться можно. Возможно, есть еще и вода. Тоже, да, какая интересная технология строительства. А дальше там стоят непонятные здания. Здания обслуживания, я не знаю. Предлагаю посмотреть их. Давайте. Это аргумент? Все. А с этой стороны у нас хоть и идет кирпичная кладка, но она идет в перемешку с каменной кладкой. Вот можно посмотреть внимательно, что камень после... Так, не упадет же стена? Не упадет. Каменная кладка в перемешку с кирпичом, она уже шла после. То есть вот это центральное круговое, вот это круговое строение, оно здесь было. Ну и, соответственно, каменные... Это что такое? Это яблоки. Тут и яблони. Яблоня тут. Мы будем яблоки. Вот. Заходим внутрь. И оказываемся внутри строения. Там труба. Ну, в принципе, да, наверное, это все-таки использовалось для воды и обслуживания вот этого водосбора. Там маленький колодец. Пойдем посмотрим. Так. А тут что за колодец? Опа. Слушай, но он глубокий. Наверное, метров 5. Там, наверное, не видно, но... Смотрите, ком прошло прикольно, да? Давай посмотрим глубину. Ну, довольно-таки глубоко. И здесь тоже, да, нету на кирпичах ни даты, ничего. Нету. Такие места надо закрывать, поэтому я предлагаю, сейчас мы найдем что-нибудь, чем можно его прикрыть, чтобы туда никто не упал. Закроем и будем двигаться дальше. Сейчас мы с вами находимся на территории братской могилы. Да, понимаю, как бы это грустно не звучало, как бы это не звучало трагично, но это история. Это история, которая... Свои времена, которые проживали многие-многие люди. На самом деле, мне приятно... Мне приятно, что... Даже не так. Мне... Я когда готовился к этому выпуску, честно скажу, я не ожидал, что будет настолько интересно. Я нашел какой-то пансионат, который находится где-то в заброшенной территории, вокруг него ничего нету. И когда начал готовиться, еще раз говорю, я увидел историю. Историю, которая, надеюсь, вам понравилась. Даже не так, наверное, история, которая захватила меня. Историю, которую я попробовал поведать вам. И тот мужчина, которого мы брали с вами интервью, ну, мы долго пытались найти, с кем можно поговорить. Вот честное слово, никто не соглашался, с нами никто просто не хотел разговаривать, потому что, во-первых, камера, во-вторых, два человека, мы все-таки специальная одежда, ну, времена такие. И что я хотел бы сказать? Вот этот мужчина ухаживает за этой территорией, этот мужчина поддерживает здесь все в порядке, не знаю, подстригает кусты, он агроном, как он сказал, да, и мне приятно, что мы с вами смогли прикоснуться хотя бы немного к этой истории. Здесь есть табличка с конкретными названиями. Здесь захоронено 120 воинов из 50-й, 144-й, 66-й бригады и неизвестных 18 солдат. Я, честно, когда готовился, я вам честно скажу, я не ожидал, что будет настолько это захватывающе. Ну а мы с вами, если вам этот ролик понравится, будем, конечно же, посещать различные места. Это никак не будет связано там с той темой. Мне не хочется говорить это, но с темой войны.
Это просто для меня оказалось неожиданно. Я просто говорю еще раз, я нашел локацию, я решил попробовать рассказать историю, может быть, там, дворяне, может быть, еще что-то, да, но оказалось, как оказалось. Поэтому я надеюсь, вам эти ролики понравятся. Мы с вами будем посещать различные места, там, я не знаю, места силы, какие-то места, где видели привидения, призраков, какие-то загадочные замки в лесу, какие-нибудь там инопланетяны, еще чего-нибудь, да, то есть, надеюсь, оператор со мной будет еще периодически участвовать и будет со мной съесть съемках, вот. Ну, а вам, я надеюсь, этот ролик понравился. Меня зовут Сергей, мой псевдоним Ракета, и на этом у меня все, но я с вами не прощаюсь.